Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я начинаю проходить мод Амнезии под названием Dark Saloon. И этот мод был уже на канале, я думаю, некоторые об этом знают, но я видео удалил по причине, что там, во-первых, там не слышно было, да и вообще видео получилось не особое на самом деле, и я его заново перепрохожу. Поверьте, я ничего не помню, так что для меня это будет все равно слепое прохождение. Итак, вторая часть Dark Saloon на канале есть, вы можете обязательно посмотреть. И вот сегодня буквально вышла третья часть, которую после первой обязательно я запишу. Все-таки Dark Saloon мне очень понравился. Мод очень такой, я бы сказал бы, веселый. Тут, конечно, будет дофига голых мужиков. Этот мод обычно и на этом состоит. То есть пугает нас голыми мужиками и так далее. Ну, первая часть, я как помню, она 20 минут примерно по времени. Ой, я чуть могу картину снять, что ли? Ну-ка. Странно. Вторая часть вообще, я час ее записывал, по-моему. А вот третья мы буквально через 20 минут узнаем, что из себя представляет. Причем третья часть — это финальная, как разработчик написал. Сундук. Ключ. Так, а фонаря у меня нет, да? Да, к большому сожалению, нету. Блин, ну не хочу. Сейчас опять мужики начнут летать. Ё-моё, я боюсь на самом деле. Блять. Я специально притих, вот жду, вот именно выжидаю этого момента, когда что-нибудь прыгнет, напугает. Так, фонарь. Зараза. Мужик, подвинься там, этот идет. Так, ну тут нужен молоток, наверное. Интересно, он будет дверь эту ломать? Думаю, нет, кстати. Музыка утихла. Наш друг ушел. Попугал, поорал и ушел. Какой-то потайный ход. Зачем так пугать-то, а? Ай, бля, я больше именно боюсь именно вот эти крики, вот эти внезапно, чем вот что-то появится. Рушишь. Не напугаешь. Я, если честно, этот момент помню. Вот этот момент действительно я помню. Фу, блин, так. Так, ну что так долго загружается-то, а? Как будто там, я не знаю, прям огромнейшая локация будет. Кто орёт? Хорошо орать. Ты, двери на пружинах какие-то, блин. А, ну этот момент я тоже помню. Честно говоря. Не, вот это вот я не помнил. Напугался. Вот это я помнил, что Валерка придет. Валера. Блин. Я думал, что сюда залезть можно. Давай лезь. Валер, не рычи. Зараза, как мне через него пройти, Валер? Ну и уйди куда-нибудь, а? Прошу тебя. О, он сейчас на звук пойдет.
А, Валер, купился? А, ни хрена не купился, он в другую сторону пошел. Ой, вот он меня заметил только. Давай, мы успеем. Вроде ключ должен найти. А во. Лом. Вот что я должен был найти. Ай, зачем по щам-то мне бить, Валер? До свидания, Валер. О, не зря вернулся. Не ломай двери, кто вставлять будет потом? О, все, он выбил дверь. Валера. Ты застрял, да? Тихо-тихо, он идет. Давай, пока мы откроем дверь. Не-не-не, пошел нафиг, Валер. Бляха-муха! Масло на руке прям так. О, Валерка. Как-то странно, но... Честно говоря, я не пугаюсь. Обычно вроде от этих приколов пугался, все-таки они внезапные и это... Но меня они не пугают. Я действительно... Многие моменты не помню. Что такая боевая музыка, а? Мне надоело уже. Бляха-муха. Ну, хоть убейте, они меня не пугают. Блин, ну Валерка, ну хорош там бегать, а вот эта вот боевая просто музыка реально надоела. Бляха-муха. Что ж вы внезапно-то появляетесь, а? Заколебали. Так, ключ. Что мне... Вернее, куда мне его использовать? Наверное, вон ту дверь. Во, все, Валерка перестал орать. Слава богу. О, тут дверь открыта. Может быть, от этой двери? Да, именно от этой. Ха-ха-ха. Косой, Валер. Ты всегда был косым, Валер. Извини. Как нет? Да вы что? А чего тогда этот ключ? Ну, вряд ли от этой же, а. Давайте внимательно посмотреть. Да вряд ли, это просто труп мешает. А, вот. Вот, наверное, от вот этого шкафчика. Так, лом. Может, можно и на доске, кстати, использовать вполне. Но нет. Все-таки это от двери. Все. О, мужики летают. Ну, это нормально. Да не рычи тут так. А, и сейчас, кстати, я помню момент. За нами, по идее, сейчас будут бежать. И впереди пугать, как я помню. Да, веселый мод. Но что-то как-то он меня не пугает. А, нет, я ошибся, это я с другим модом спутал. За нами, видите, никто не бежал. Так, я должен найти ключ где-то. А, вот он, кстати. По-моему, вот именно его сюда надо использовать. Да, именно сюда. Это открывает вот эту дверь. Господи. Что ж вы так внезапно-то?
Сколько добра вы поглядите, а? Странно, и что? Так, может, коврик отодвинуть, нет? Наверное, вот это надо отодвинуть. Так и есть. Блин, небось, холок мужик появится, надо приготовиться. Всего лишь свинья появилась. Отойди. Не мешай мне. Итак, масло закончилось. Да тут дофига масла в этом моде дают. Не буду оборачиваться, я уже понял. За мной бегут. Давай, 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 беги, друг мой, беги. Воу, что это было? Я не успел поглядеть, что это упало. Походу опять свинья. Жесть просто. Валим. Сколько дверей, ё-моё. Закрыто. Открыто, да-да-да, открыто. Давай, не ври, все там открыто. Блин, там этот... мешает. А поднять его я никак не могу. А, могу, могу, все. Два шкафа с сюрпризом, небось, да? Я вижу там ключ, но не спешу его брать. Я понял. Валерка, вы из шкафов вылезли. А ну пошли нафиг. Валер, давай дружу тебе. Не, они меня убьют, наверное, сейчас. Да как вы... Я не поверю, если вы сможете сломать именно книжную полку. Я такого никогда не видел. Ломай, ломай, ты ее никогда не сломаешь. Ну я так и думал, это какая-то нычка. Мне придется выбираться все равно. Итак, запускайте бычка. Давай, заходи, Валер. Валер, заходи давай. Блин, я открыть не могу. Зараза. О, рука Валеркина торчит. Блин, зараза, не дай бог, я еще и бах словил, а. Боюсь, так и есть. Давайте попробуем книги, что ли, скинуть, может, легче будет. Во-во-во, вроде полегче немного. Пока, Валер, вот это мне леща такого дали, прям первый мне прям хренакс, и второй, давай, подачу, ладно. Блин, ну ладно, хрен с ним, главное, что не бах, а то я уж думал, заново я уж точно... не стал бы проходить, потому что неохота как-то заново. О, это тот мужик, который свалился. Непонятно откуда вообще. Откуда мужик просто вот свалился этот? Вот мне объясните его. Итак, у нас есть ключ. Интересно, от чего? Может быть, он от этого шкафчика? Да! Именно от него. Так, это стекло, я как понял, да? Так, наверху были две двери закрыты, как я помню.
Даже три, если считать еще ту, где потайной ход я открыл. Даже три, да. Ну, наверное, вот это открыл. Блять. Если честно, пугала она меня. Ой, зараза. Так, ну... Вроде мы проход уже нашли, просто я смотрю, может... Что-нибудь полезное найду для себя. Ну, первая часть, конечно, самая такая, я бы сказал бы, так себе. Вторая меня впечатлила. Я ее с Терехом проходил. Кто помнит и смотрел. И посмотрим, чем третья удивит нас. Я думаю, уже конец скоро. Блин, за мной бегут, как всегда. Но мы убежим, я надеюсь. Да, это конец. Ну, я уже про этот мод говорил. Довольно прикольный, конечно. Мод веселый, но... Честно говоря, с фаталистом и его модами... Это просто... Земля и небо, скажем так. У фаталиста это вообще что-то с чем-то. Ладно. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите Dark Saloon 3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.